Привет на канале Олег Нестеров, Брест. Погода сегодня у нас ужасная, но надо как-то работать, что-то делать на машине. Но мы работаем на качество, а не на скорость. Поэтому сроки, конечно, уже это будет у нас вторичное. Сейчас немножко соберусь и, наверное, буду выдвигаться в гараж. Погодка у нас налаживается, но ненадолго, как я понимаю. Сегодня попробуем мы перегнать все-таки по-любому. Уже завтра с утра начнем работать. Ну, очень хорошая новость. Позвонили, завтра нужно. Вот снова отрываюсь от работы по благотворительному концерту. Завтра позвонили и назначили встречу в исполковыми. Ну вот мы и замыли дверку. Анекдот чуть позже расскажу, хорошо? Замыли дверочку, ручку пока не снимаем, потому что нам ехать еще надо будет. Ставили, сейчас подгрунтуем и уже понемногу собираемся в дорогу. Уже упаковались, все дела. Половину, наверное, все равно забудем, но постараемся не забыть. Ну и на обучение осталось одно место. Так что, кто хочет, поторопитесь на это. Двое уже записались на следующее обучение. Но оно будет позже, еще мы не определились, когда. Как-то так, потихонечку готовимся. И немножечко из того гаража снимем. Как бы не по теме видосик такой будет. Просто наши планы. Обычный рабочий день. Ну, а теперь анекдот. Вчера Серега, кореш, у любовницы был, так муж пришел. Он сиганул с 4-го этажа. Сейчас в больнице лежит. Сломал челюсть, 3 ребра, ключицу, ногу, сотрясение мозга, вывих уха, сломанный нос. Вот дебил! Ему не надо было выпрыгивать, ему надо было договориться с мужиком. Так в том-то и дело, сначала он начал договариваться. От прыжка-то он только ногу вывихнул. Ну вот мы подгрунтовали эпоксидным грунтом все. Здесь защитили. Так, чтобы можно было нам ехать. Еще будет у нас акриловым грунтом здесь обрабатываться. Здесь тоже. Здесь. Ну, здесь не стали обрабатывать. Эти жабры вонючие. Мы их там уже доделаем. И вот здесь. То есть я зашпатлевал. Плохо у меня строчка получилась. Завтра буду переделывать ее. Ну, думаю, по-любому завтра мы загрунтуемся хотя бы, потому что снимем стекла, загрунтуемся. Завтра, потому что мне в исполком идти насчет концерта договариваться, это тоже заберет какую-то часть времени и собьет с работы. Но это дело первой важности. Машина тоже очень важна, конечно, но детишкам тоже нужно помочь. Я думаю, ничего тут страшного не случится, если мы полдня оторвемся от работы. О! Гаражное братство! Красота неописуема! Че, тепло? Стакан вина с тебя сегодня, зато уже вспотел. Горячий парень! Снова я. Начался рабочий день. Сейчас мы немножко обустроимся, поразбираем ручечки, чуть-чуть доделаем. Здесь я строчечку доделаю. И погнали. Сегодня мы его уже загрунтуем весь. Здесь уже готово под покраску. Чуть-чуть смыть грязь надо. Загрунтовать, посмотреть, где у нас еще может что-то осталось.
все хорошо проконтролировать. И все, сегодня грунтуемся, завтра красимся. Ну вот мы как бы и обосновались, помыли машину, потому что расширители сняты, машина вся уделалась, хотя мы старались очень медленно ехать. Немножко пообосновались, выложили материалы, не все, но большинство уже выложили. Самое главное, это мы принесли. Вон те принадлежности, а именно чай и все эти дела. Компрессор посмотрим, что у нас когда как. Да, кто видел камеру до этого, да, у нас здесь была труба и выходила туда. Это было неудобно. И Давыд пробурил все-таки там дырку, иди сюда покажи. Отверстие технологическое, да? И сделал выход сюда. То есть, кому еще интересно, отток идет снизу, приток идет сверху. Что еще? Зайди туда. Там всевозможные уплотнители. И если можно... Сейчас я покажу. Да ты же тут наварил, блин. А, вот. Все, вспомнил. То есть это закрывается. Включаем. Это у нас отток. И наверху приток. Важное. Со светом туда немножко мы неправильно сделали. Но о свете это потом. Кстати, одна лампа что-то не горит. Что здесь важно? То есть посмотрите, сейчас вот включу, покажешь. Сначала вот эту. Если мы включаем вот эту вот вытяжку, то у нас получается завакуумирована камера, да? То есть двери у нас не открыты. И отсюда сосет воздух. Ну даже если мы прижмем, меньше, конечно. Но где-то есть щели, воздух засасывает сюда. А то есть пыль с улицы попадает в камеру. Но если мы включаем вторую, а приток у нас чуть больше оттока, двери открываются, как вы видите. И сюда уже не засасывает снаружи. То есть если закрыть, то есть снаружи уже сюда не будет засасывать, будет выталкивать из камеры. Поэтому я и говорю всегда, что в камере должен быть разрежен воздух избыточный. Не разреженный, то есть вакуум, а именно избыточный, чтобы у вас в камеру со всех щелей не засасывала пыль. Как-то так, пока чуть-чуть по камере вот пробежался. Будет интересно, спрашивайте. Может, что-то еще покажу. Да, вот мы купили еще такую вот укрывочную бумагу, ей тоже хорошо обклеивать. В надежде, что мы быстрее под покраску обклеим, чтобы там не возиться. Потому что время, уже устали мы ковыряться, надо быстрее все это делать. И думаю, мы немножко времени сэкономим с помощью укрывочной бумаги. Ну и как снять ручку, покажу. Ручка снимается очень просто. Один болт у нас вот здесь. И один болт вот здесь. Тот болт откручиваем, этот просто ослабляем. Сдвигаем ручку в сторону вот таким движением. Ну-ка, Андрюха, одной рукой не дам. Вот, и вытаскиваем. Снимается просто, так что не надо ее обклеивать. А если вы снимете ручку, во-первых, вам замывать будет удобно. А во-вторых, у вас не полезет потом из-под ручки. То есть ремонт, когда что-то обклеивается, надо стараться меньше обклеивать детали тех, которых можно снять. Те же стекла, то есть здесь тоже легко снимаются, не надо их обклеивать. Да, что-то может не снимается, что-то заскорузло, боитесь повредить. Такие вещи можно будет обклеить, но то, что вы можете снять, лучше снимать. Определенные проблемы были угадать, как же снимается эта колонка. Вверх чуть-чуть отходим. Эту вытаскиваем и тянем сюда.
сняли 4 болтика. Все, 2. Я поправил строечку, потому что здесь я промазал немного и в толщине не угадал. Поэтому вот так вот переделал. Сейчас зачищу, обаккурачу, подгрунтуем. Ну, сейчас я тут обаккурачу чуть-чуть. Где есть сопли небольшие, уберу. А хотел я рассказать притчу небольшую. И как раз эта притча, я сам не понимаю ее немного. Часто думаю об этом, думаю, почему так, а не так. А притча звучала в следующем. Однажды два апостола пошли к Богу навстречу, встретиться с Богом. Шли они болотистыми местами, и на болоте один из них услышал крик о помощи. Помогите, помогите. И говорит второму, говорит, там кто-то тонет, пойдем поможем. Тот говорит, ты что, мы идем навстречу к Богу. Мы должны быть чистыми, а не в белых рясах, да, или какие там у них наряды. Мы должны, говорит, навстречу к Богу идти. Нам нельзя испачкаться, иначе мы выкажем неуважение к Богу. Это нехорошо. Второй говорит, я пойду помогу ему. И он прямо в этой рясе и пошел спасать. Вытащил он этого человека, спас, все, человек доволен. Но апостол весь испачкался, он был весь грязный. А навстречу идти надо было, помыться уже негде было. Ну и пришли они грязные оба. Ой, вернее, один грязный, другой чистый. Так кого, вы думаете, наказал Бог? Вот, Андрюха, ты думаешь, кого? Конечно, чистого. А вот и нет, он не наказал никого. А почему не наказал? Он объяснил это тем. Ты, говорит, молодец, ты меня уважил, ты пришел чистый, ты боялся меня оскорбить, да? Но ты второму грязному, да, говорит, вот это спас жизнь человеку. И вот, знаете, я все время думаю, почему же случилось так, что он не наказал того человека. Ведь намного, намного важнее спасти человеку жизнь, а не одежда. Что одежда? Это наружный облик, не душевный. И в то же время, как бы, он не наказал никого. А это значит, что, как говорится, мы все равны. Кто-то в чем-то прав, кто-то не в чем-то не прав. И иногда, чтобы спасти что-то светлое, мы не берем именно человека, да? Именно что-то светлое, какую-то идею, что-то защитить, что-то светлое. То бывает так, что невозможно испачкаться. Нельзя вытащить человека из болота и не испачкаться. В данном случае о человеке, я говорю, но это не только человека касается. Ну, это ладно, это такие мысли вслух. Ну, вот я как бы вычистил с помощью шпателя, где можно подлезть, вычистил строчечку. И сейчас мы ее тоже прогрунтуем чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть, а уже акриловым грунтом будем грунтовать. Сейчас я это все еще раз пройду хорошо. Замотуем, обклеим. Очень много работы, даже снимать некогда. Вот разбираем салон, заворачиваем все встреч. Сейчас это тоже завернем. Блин, чтобы вот эту фигню снять, это целый геморрой. Это надо разобрать всю обшивку. Но обшивку мы и так будем снимать, потому что нам нужно снять стекла. И чтобы потом они аккуратно сели, лучше это снять. Вот здесь вот оно как бы неаккуратно уже одето, обшивка. Так, или это ты тут убрал вот это? Это еще нет. Да, ну значит, не одето до конца стекло, оно должно сюда заходить. Короче, вот эту боковину все надо снимать, отодвигать сиденье, разбирать эту сторону, потом только вытаскивать стекло. Мама дорогая!
Еще один геморрой. Это ручки. Тоже долго искали. Ручка просто вот это вот. Отщелкиваем вот эту ручку. Отодвигаем. И под обшивочкой видим два болтика на 8. С этой стороны аналогично. Панель здесь на пистонах. Здесь тоже на пистонах. То есть все это вытаскивается. Ну и в принципе-то все. Здесь уже ничего, никаких секретов. Снимается легко, но надо разобрать пол машины. Еще вот этот вот блок. Я понял, обогрев стекла. Тоже здесь заморочка. На электронике сам он не разбирается. И придется, наверное, с блоком снимать, вставлять его сюда к стеклу. Как-то так. Ужасно. Все ужасно. Так что вот такие пироги. Чтобы снять вам вот эту штучку, надо разобрать весь салон практически. Ослабить подушки передние двигателя и задние концы рессор. Шучу, конечно. Но салон надо весь разобрать. То есть вот эту всю халабуду надо снять, чтобы подлезть и открутить здесь два болтика. Вот это я перепутал, это не обогрев стекла, это идет антенна. Кто-то там за жабры говорил и говорили, зачем мы столько времени убиваем. То, что не стали бы делать жабры на новом автомобиле, да, вернее, портить не стали. Во-первых, здесь жабры играют очень важную роль. И, так говорится, дорабатывают конструктивные недоработки автомобиля. А именно, летом, когда стоишь в пробках, кондиционер не справляется. И спрашивал у хозяйки, то есть с помощью жабер, все вот это вот лабуды, да, то есть они очень помогают в пробках работать нормальной, функциональной работе кондиционера. Так что вот так вот. Кому-то там может и не нравится, но мне нравится, смотрится здорово. Единственное, что да, с ними работать не позавидуешь. Блин, шевелись уже там, все подписывает, подписывает. Запчастей тут мама не горюй. Двухэтажную кроватку собирал, у меня там намного меньше запчастей было, даже если болты посчитать. И что-то сердце мне уже подсказывает, что на сборку уйдет как минимум 2 дня. Это если все хорошо пойдет. Ну пойдет-то оно хорошо, у нас запчасти все подписаны, все аккуратненько сложено, но сложный в разборке, а в сборке, наверное, то еще сложнее. Единственное, что когда машину собираешь, то это веселее делается. Да, вот сегодня я комментарий почитал, что пошагово все как бы сделать, все в одной папочке. Наверное, я буду делать не переходы на папки, да, а допишу под каждым видео по гелику, дам ссылочку на сам плейлист. То есть ссылочку открываете и видите плейлист, в котором будут все видео по гелику. И уже удобнее будет от и до. Пошел. В описании видео будет видно, что мы там делали. Ну и просто смотреть, думаю, тоже будет интересно. Спасибо всем огромное. Буквально недавно, вот, то есть видео снимается позже, да? Буквально недавно, буквально 2 часа назад щелкнуло 100 тысяч. Всем огромное еще раз благодарность за то, что вы были со мной, за то, что вы сейчас со мной. Много будет еще интересных проектов. Что-то учтем, что мы не делали, что-то новое возьмем, да? Будем продвигаться и по технологиям, то есть путают, и мастера там кое-какие путают, да, путают, что вот Олег там ни оборудование, ничего. Поверьте, ребята, при желании я могу себе купить оборудование, какое хочешь. Но вспомните, с чего начиналась моя работа, мой канал и вообще все это. Все это я делал для тех людей, кто не имеет возможности купить какое-то дорогое оборудование. И я показываю, как в колхозных условиях
в гараже, допустим, да, где-то в селе можно себе покрасить автомобиль. Пусть это будет москвич. Неужели если у вас 401 москвич, допустим, и вы будете себе покупать сату, которая стоит 4 таких москвича, и будете ей красить еще компрессор какой-нибудь хороший, да, оборудование 1000 на 3 на 4. Да человек лучше купит себе машину новую. То есть и в колхозе ему это никак не оправдается. Там кроме тракторов нечего красить. Так, если только своим. На эти случаи вполне возможен китаец. Да, может быть, на сервисе вы не будете китайцем красить, но в гаражных условиях он вполне пойдет. Поток машин небольшой. Мы работаем больше на качество. Вот так как и с геликом получилось. Да, рассчитывали на неделю, но мы не знали, что столько разборки, что погода будет так влиять, что мы будем вот это вот переезжать, заезжать. Но мы работаем на качество, а не на скорость, как это делают на сервисах, да, машина, лишь бы проходимость быстрее проходила. Мы делаем так, чтобы к нам клиент больше не возвращался с той причиной, которую мы устраняли. Чтобы мы уже сделали, и машина проходила хотя бы лет 5, хотя бы 3 вот в наших условиях, но без жуков. Также, то есть я о чем говорю, что не нужно дорогое оборудование. То есть мой канал и показывает, как можно обойтись без споттера, как можно обойтись без покрасочного пистолета навороченного крутого, как с помощью молотка и зубила своять что-то очень интересное и красивое, понимаете? Для простых людей мой канал, это не... Я не показываю, как вы показываете вот свой какой-то профессионализм. Респект вам, что вы это умеете. Я тоже это умею, понимаете? И техничку я всю знаю, да? Просто мой канал заточен не для профессионалов. Профессионалам, если надо, они... сами найдут, что им смотреть. Я показываю именно тем людям, у которых нет возможности таких денег, чтобы купить САТУ, купить там Девилбис, еще что-то. Да, я делюсь, что-то показываю, что можно посерьезнее сделать. Но это небольшие отступления. А основная моя масса – это как сделать в гараже автомобиль. Так что не надо докалываться и говорить какие-то способы там старые. Я стараюсь и дальше буду идти вперед, какие-то материалы буду пробовать. Техничку, может быть, получше изучу, потому что не секрет, что жизнь продолжается, прогресс растет. То есть, просидя полгода, вы уже отстаете от жизни, появляются новые материалы, появляются те же абразивные новые материалы, те же инструменты новые появляются, какая-то химия новая появляется, и мы не можем уследить. Ведь вспомните, буквально недавно, кто еще моего возраста и застал детство, как мы смотрели... Тикает постоянно. Так вот, в детстве вы еще смотрели черно-белый телевизор, вы еще не знали, что такое компьютер. Телефон какой-то, смартфон, это было что-то... Это вообще нереальное было, как полет, не знаю, там, на какие-то другие звезды. Но это все пришло, и пришло это быстро, и мы прожили этот этап. Так же и мы уйдем. Когда-то и вас будут считать динозаврами, следующее поколение, и будут смеяться над вами. Почему вы сидите еще в этой песочнице? Да? Я не против движения, но я показываю те способы, которые человек может позволить себе. Вот, под это заточена моя программа. А не под то показать, какой я офигенный мастер, каким я оборудованием работаю. Тот, кто покрасил в гараже, тот покрасит в любой камере. А вот кто привык к камере, тот в гараже в жизни не покрасит. Я вот так скажу. На самом деле антенна оказалась просто. Снимается, ее просто отщелкнуть. Тоненькой отверточкой сюда заходишь и отщелкиваешь. На такой пуговке она как бы. Ну, это облегчает, конечно, работу. Ну, на самом деле, она так туго сидит, что ее боишься дернуть, когда не знаешь. Поэтому лучше перестраховаться, когда такие вещи делаешь. Потому что если что-то впаяно в стекло,
если что-то портишь, то покупаешь уже вместе со стеклом. Но сегодня уже поздно, времени ушло много, но мы загрунтовали. Здесь загрунтовали, покрыли проявочкой. Здесь тоже все загрунтовали. Тоже покрыли проявочкой. Так вот все смотрится. И строчечка. Ровненькая тоже. Все дела. Все, машина в принципе-то готова. Осталось снять стекла и очень много обклейки. Обклейка будет сложная, потому что большие щели в проемах, их надо будет закрывать. На внутрянку попадет краска, а внутрянку мы не красим. В принципе, да, если уж совсем что-то закосячим, то покрасим. Ладно. Здесь почти уже разобрали. Осталось вот эту штучку отсоединить. И все. И снимаем стекла. Ну и химчистка. После покраски будет. До покраски это без толку что-то тут делать. Все засирается, засирается моментом, как не прячь. Ну, в принципе-то, наверное, на этом и закончим все. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось, вы не соскучились. Следующее видео не заставит себя долго ждать. Завтра будем красить, завтра будет видео. Толика я приглашу после покраски на шашлычок, балычок. Сейчас погода не позволяет. Ну и, в принципе-то, на этом все. Хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно.